На праздник Великой Победы и 70-летие освобождения Севастополя намечен целый комплекс торжественных мероприятий. Одним из первых стало гашение спецмарки, выпущенной к юбилейной дате освобождения города-героя. Осуществляется это специальным штемпелем, выпущенным в единственном экземпляре. Севастопольская почта вместе с Почтой России подготовилась к этому празднику по-своему. Она выпустила художественный конверт, посвященный 70-летию освобождения города-героя Севастополя от немецких фашистских захватчиков. И выпустила специальный штемпель с гравировкой «Россия. Освобождение Севастополя. 1944-2014 год». По словам Людмилы Глущенко, сегодня в Севастополе происходит первое спецгашение после присоединения к Российской Федерации. Этот момент можно назвать историческим. Специальный штемпель будет использован только 9 мая в праздник Великой Победы. Конверты с обозначением этой знаменательной даты разойдутся по всей России. Представьте себе, что это событие будет теперь увековечено не просто, событие 70-летия освобождения Севастополя не просто на видео, на фото, на каких-то съемках, фотографиях, но еще и в конвертах. Для проведения торжественной процедуры были приглашены севастопольские ветераны и филателисты. Для них этот момент можно назвать особенным. Ветеран Черноморского флота, капитан первого ранга в отставке Феликс Карамянц, филателист с огромным стажем. Еще мальчиком в 1939 году начал собирать почтовые марки. К процессу коллекционирования он подходит очень серьезно, но выделить какую-то самую значимую из них не решается. Неоднократно задавали вопрос, а какая самая дорогая марка, какая значимая марка. А я вопрос задаю, скажи, а какая самая вкусная колбаса или самая вкусная конфета? То есть это настолько расплывчатое значение. Для меня, например, значит первое, это выпуски тех, которые прославляют нашу Родину, величайших людей. Наши достижения, подвиги, патриотизм. Специально к знаменательным датам отделение Севастополь-почты выпустило целый комплекс специальных буклетов, которые могут занять достойное место в коллекции филателистов. История авиации, воздушные тараны. В этом сувенирном буклете вложены 4 марки, марочный лист и 2 конверта спецгашения. Такой же сувенирный буклет «Оружие Победы» в таком же исполнении из 4 марок, марочный лист и 2 конверта со спецгашением. И совершенно уникальный буклет к 70-летию освобождения России, Белоруссии и Украины. По словам сотрудников Севастополь-почты, такое же гашение наверняка будет организовано и через год, уже к 70-летию Великой Победы. Святослав Данилов, Виктор Кислицын, программа «Наше время».